Минутная проповедь. Послание к евреям, 6 глава, с 18 стиха. «Мы, нашедшие у него убежище и ухватившиеся за предстоящую нам надежду, получаем сильное ободрение. Эта надежда – крепкий и надежный якорь для нашей души. Она позволяет нам войти во внутреннюю часть святилища за разделяющую его завесу, туда, куда вошел наш первосвященник Иисус, став навеки первосвященником по чину Мелхиседека». Этот текст утешает нас тем, что мы войдем в Божье Царство, как когда-то вошел Иисус Христос в Святое Святых. Точно так же мы войдем в Царство Божье, потому что Иисус Христос является нашим путеводителем к Богу Отцу в Его Царство. Автор приводит этот текст в контексте жизни Авраама. Как когда-то Авраам вошел в землю обетованную, уверовав в обетование, данное ему Богом, так и мы, уверовав в обетование, данное нашим Богом, нам идем в Божье Царство и войдем, потому что Бог праведный, и что обещал, Он то и исполнит. Да благословит нас Господь.